что это за нас? Включатель, выключатель, железка. Сейчас лампочку затащим. Керамический этот. Это хорошо. Так, и шнура 5 метров должно быть. Шнур легковатый, на мой взгляд. Не знаю, сколько он там проходит. Так. Шнур мягковатый, но зато на морозе не будет дубить. Посмотрим, так, вставляем лампочку. Так, закрываем. Сейчас посмотрим, как он горит. Здесь вот не показано, как он горит. О, зажглась сразу. О. Ну что, свет такой себе. Ну, лампочка маленькая. В принципе, что-то увидеть можно. Можно, в принципе, что-то увидеть. Главное, все рабочее. Работает. Под машину лазить вообще идеально. Все защищено. И так, и так. Ну, не сетуйте, что пластик плохой, ребят. Во-первых, это переноска. Зачем тут суперпластик? Главное, вот керамический этот, чтобы не нагревался. Это хорошо. Ну и так, исполнение такое, штампованное исполнение, ну, нормально, пойдет. Главное, выключатель есть. Оп. И все видно. Все. Ну, с шнуром, конечно, аккуратнее, потому что перебить его, передавить нифиг делать. Но зато он мягкий, не будет дубить на морозе. Это очень хорошо. И тянуть его, да, желательно не тянуть. Тут крючок такой есть. Все, хорошо, спасибо Озону. Доставили вовремя. В общем, нормально все. Круто. Спасибо.